Друзья, ну вот уже и стемнело, пока я намыл стекла у своего трудяги. Скажем мы, кафе «Хуторок», большое спасибо, до новых встреч. Я думаю, что у нас небольшая экскурсия по парку народного творчества и предметов народных традиций удалась. А сейчас нам нужно добраться до стоянки, я так думаю, до трактир, точнее закусочной у камина. До нее примерно отсюда 160 километров. На часах 18:46, это по Москве. И вот так этот хуторок, точнее его огороженная территория, выглядит с трассы. Как небольшая старинная деревянная крепость. Прошли мы каких-то 18 километров, и здесь у нас на 1270 километре находится стоянка у Шмаковых. Хотел я сюда сегодня заехать, чтобы проверить, как работает здесь интернет, но сейчас уже специально останавливаться не буду, потому что время уже к ночи, и хочется не так уж поздно встать на стоянку, потому что время здесь на 4 часа впереди, и стоянки забиваются гораздо раньше, так же как и вот стоянка у Шмаковых. Уже больше половины занято. Я думаю, что пока я доеду до закусочной у камина, там тоже уже соберется много ребят. Ну посмотрим, если уж негде будет встать, значит поедем дальше. И на 1232 километре мы подошли к стоянке «Горизонт», точнее назвать к двум стоянкам. Одна стоянка «Горизонт-1», которая находится слева от нас, она частично асфальтирована. И уже ребята многие встали на стоянку. А вот «Горизонт-2», который находится справа от нас, он пока еще не заасфальтирован, там утрамбованная щебенка, но тоже также пользуется спросом, потому что интернет здесь есть, кафе здесь хорошее, также есть душ, туалет цивильный, так что все для отдыха дальнобойщика здесь есть. Ну а мы все равно едем дальше, хотя на часах уже по местному 23 минуты 12. До места нам 1300. До места нам 1376 километров. Но осталось нам до стоянки у камина. Она находится на 1121 километре. Нам отсюда осталось уже чуть больше сотни.
если быть точнее, 110 километров. Друзья, до стоянки мне еще осталось 70 километров. Я не знаю, слышно вам или нет, такая канонада идет по стеклу. Я сначала думал, дождик пошел, а потом пригляделся, какой к черту дождик, такие жирные комары прилипают, что скоро, наверное, уже и видимостью закроют. Я уже не включаю дворники, потому что бесполезно. Сейчас только будет мыло на стекле, даже несмотря на то, что еще в омывателе налита незамерзайка, которая хорошо отбивает комаров. Но эту свору отбить, смыть практически невозможно. Надо только утром химией смывать будет. Друзья, вот мы добрались мы до стоянки у камина. Уже стекло вообще залепило мошкарой. И также, наверное, и фары. Но они еще пока светят. И почему я тянул именно до этой стоянки? Не только потому, что здесь бесплатная охраняемая стоянка, какой сегодня полнолуние и как оно отражается в воде. Но еще из-за того, что здесь новый душ, и хочу я в него завтра сходить, сегодня уж поздно. Завтра с утречка сполоснуться и спокойненько продолжить путешествие дальше. Здесь вот построили новый мотель. Переположить. Это что-то у меня разговорился, звук прибавился. Вот здесь у них душ новый и туалет. Так, вот куда встать, сейчас посмотрим. Да, подъезд, конечно, здесь не очень. Надеялся я поближе к кафе встать, но уже там места заняты. Ух, как светится. Вечерняя закусочная у камина. Так, ну что, неужели мест нет? Может и такое быть. Но если уж нет, значит поедем дальше. Друзья, ну вот и нашел я местечко. Припарковался, правда, во втором ряду. Но завтра с утра я не спешу, потому что у нас до места 1268 километров. Это я проложил трассу через Исетское, куда я хочу заехать. Заехать как раз посмотреть музей военной техники вместе с вами. Но до Исетского нам еще далековато. Там 900 с чем-то километров отсюда. Так что завтра у нас с вами в Крутинке мы заедем в шиномонтаж отбалансировать колеса, потому что прошли уже больше 50 тысяч, пора уже переворачивать, а то с одной стороны уже подъедает. Ну и на часах у нас 0.52, это, конечно, по местному, по Москве это еще без 8 минут, без 7 уже 9, так что все нормально. Ложимся, баньки. Всем спокойной ночи. На сегодня все. Пока-пока.